автостанция Кагул. Такая чеснотин там. Халявщики первого сорта. Наша задача сейчас номер один. Пожрать. Вот оно, это, друзья, Лариса. Это крыша дома. Она, да, нас встретила. Привет. В туче. Класс. Да ты шо, класс. Я не знаю, как ты это сделаешь. Друзья, уже вечер, мы в Тулче. А я тот самый человек, который портит все видео. Здесь вечер просто ослепительный, температура двадцатник реальный. Саша одет, ну я не знаю зачем так, но реально вот так хорошо. В чем я? Я в этом, в пижаме. А вообще, честно, идеально все. Саша, как, ну, известный рецидивист, нашел такое место. Завтра утром вы это увидите. Сегодня очень классное утро. Едем по велодорожкам. Утром проснулись классно, погода супер. Друзья, мы проснулись утром в Румынии. Угу. И нас угощают просто так вишневкой. Угу. Посмотрите. С добрым утром называется. С добрым утром. К таре. Буна. Ух. Ам дефойку так умаяриш. Сейчас найдешь. Сейчас я возьму общий план. Очень-очень жестко. Очень классно. Эта палатка очень борзая. Ой-ой-ой. Нормально. Да. Смотри, турист тоже. Вася кот. Кот. И кот вместе с Васей кот. Такой красивый, такой. Тишина, приятно. Катаемся по улицам Тулчи. Пока ждем свой автобус. Красивенько. Хорошо. Все правильно? Паромчик Браилы! Ю-ху! Опять второй паром! Слушай, я говорил, что их больше не будет, но они есть! Уткнись в поручень. Паромы это как мы с Васей. Да, стой, ты вчера нашел, да? Папа и сын. Да, по погрузке этого. Папа паром, сын паром. Станция Браилы, вон Вася уже поехал. Двигаемся дальше. Это, друзья, мы уже по Браиле катим. Едем с автостанции на ЖД. Хотим посмотреть график поездов. Автобусики такие. Ой, ЖД вокзал. Слушай, такая ностальгия. Давай проедемся сначала там, если есть возможность. Ты что, такая ностальгия? Уху. Ты что? Магазин. Красавчик. Давайчик. Да. Это, это было круто. Товарищи, у нас внизу Дунай. Это в черной мгле там теряется. Но мы знаем, что он там, потому что мы знаем. Мы его чувствуем по, да, запаху. По запаху, по влаге. Да, и по влаге. А. Два молдавана. Ю-ху! Браила, офигенно большой город, я просто в шоке.
Блин, классно. Мы выехали с Браилы, увидели вот такой вот кораблик, решили остановиться, сфоткаться, немножко переодеться. Едем в Галац. Вот это прям спасибо. Велодорожка, Галац. Красота. Мы приезжаем в Галац. Наше путешествие подходит к концу, где Джуджу нас ждет уже машина. Нам осталось доехать до Джуджу, пересечь границу и на машине доехать до Кагула. Хэштег складной велосипед. Складной, Саша, вопрос. У меня нет слов, я, честно говоря, смотрю ее, хажет, но оно стало нормально. Вот, вот, два дела. Без проблем. Еще не все. Тут еще можно засунуть всякого, вот всякого. Я не ожидал, что оно настолько все. Вот еще вот так вот.